Наступил вечер 15 сентября, и наш внезапный отдых на Курасао, мы так особо и не ожидали, что тут так долго будем. Ну, 4 дня это тоже, в принципе, недолго, но также внезапно и закончился. Сегодня компания приняла решение, что мы должны двигаться в сторону дома, в связи с тем, что работу из этого региона, ну, не так просто найти, и сидеть, ну, считается, что нечего смешно. То есть просчитали и приняли решение, что мы улетаем. Ну что, Курасао, конечно, замечательный остров, хорошо все, но все приезжие, карантин, масочный режим, и никуда нельзя выходить. Я даже считаю, что сейчас вот на руку одели бейджики такие, наверное, специально для того, чтобы мы, нас можно было идентифицировать, когда мы попытаемся куда-нибудь проникнуть. Ну, а сейчас будем двигаться. Автобус уже подъехал, сейчас команда выйдет. Будем двигаться в сторону аэропорта. Все, команда собрана. Практически все на месте. И сейчас на этом шикарном автобусе будем выдвигаться в аэропорт. Тут подходят завершающие члены экипажа. Вот все соблюдают режимы, несут сумки. Я понял. Ясно. Сейчас загружаемся. И вперед. Тут посчитаемся. Все на месте. Все соблюдают. В аэропорту полнейшая тишина. Но нам открыли дьюти-фри. Так что мы купили всяких курасаовских деликатесов. В виде ликеров и всякого остального. Вот, по лицам видно, что все готовы теперь лететь после duty free. Пока добирались в аэропорт, незаметно наступила ночь. Так что авиалинии, такие, как назвать, можно шутить, иногда Dracula Airways готова к полету. Лететь нам 12 часов, топливо порядка 160 тонн, а там меньше. Ну и все готово, сейчас навигационный комплекс зарядим и вперед. Мини-тягач стоит. Ну, надеемся, что справится. Ну, до свидания, Курасао. Дом ждет нас. Home is home. Все запрошу. Хорошо. И потом... Шторки не закрываем, этот как у свет. Свет сверху выключаем. Да, сверху выключаем, а по бокам оставляем. Прошу. Давай. Нагрева 71. Запрашиваем. Бердоп. Берем тормоза. Да, часы, пустить фары большой. Поехали. Тормозах 0. Correct. Режим взлетный 120. Устанавливаю взлетный. Режим растет. Номинал норма. Режим взлетный 120, параметры в норме. Скорость 150. Норм. 180. Шасси убираю. 110. Шасси убираются. Фары убрал. Фары. Рулежный. Высота 100. Шасси убраны, створки закрыты. Крайний тренд. Поехали на север. 30 градусов курс. Влево курс 30.
установлен. Режим номинал, параметр в норме. Делаем день в кабине. Хорошо. Все так веселее. Устанавливаем стандарт. Стандарт установить. Читаем карту. Карта после взлета фара. Да. Убраны и выключены. Приучатель МГ. ПМГ. Закрутки и притылки. Убраны. СКВ. Включена. ТХУ запускаются. Кошар ВР. Кошар. Крейсер. Крейсер. Выполнена карта, выполняя новости перехода установлена. Высота перехода уже установлена. Стандарт 10-13. Стандарт справа установлен, 32. 10-13 установлено. 3-300 критика. Продолжаем набор 2. 7-0. 7-0. Да. СКВ запущено, перепады в двух кабинах растут. Принято. Автопилот подключен. Все, выключаем. Субъективно-объективный контроль. Loud and clear, and at ETA time 1305, request latest weather and runway instruments. Alpha Delta Bravo 311 Foxtrot, runway in use 15, wind 150 degrees, 3 maximum 5 meters per second, cow OK, temperature plus 27 degrees Celsius, QNH 1022, trend no significant changes, runway dry, braking coefficient 0.7, braking action good. End of tower, ADB 311 Fox, turning final, runway 15 and continue visual approach. Alpha Delta Bravo 311 Foxtrot, and on of tower, clear visual approach, runway 15, report on final. Continue visual approach, runway 15, on final, and on of 311 Foxtrot. Карточка, шасси, проверено. Автоматическое торможение. Отключено. Номинал. Система посадки. Визуально. А время перед собой не горит. У бортинженеров не горят. Не горят штурманы. 1000 метров боковая. Хорошо. Это полосы 6.5 миль. У всех не горят? Не горят. Не горят справа. Выполнена карта. Продолжаем визуально. Вертикально 5 метров, командир. Командир. Боковая 600. Пока следим курсом. Визуально идем, наблюдаем. Все, понял, командир. Да. Hello, Tower, ADB 311, Foxtrot. On final, runway 15. Alpha Delta Bravo 311, Foxtrot. Expect location via taxiway 2. Runway 15, wind 190 degrees, 3 maximum 5 meters per second. Clear to land. Clear to land, runway 15. ADB 311, Foxtrot. 2 минуты на земле. We are 3, 2. ПМГ. ПМГ, да.
Разрешена посадка на полосу 15, ветер 193. Хорошо, полосы наблюдаем. Стори на курсе на посадку на глиссаде. По второй радиосаванию. Да, по второй, окей. Перед посадкой ДАИ. Перепуск воздуха. Включен вручную. Фары. Выпущены, включены. Разрешена посадка на полосу 15. Хорошо. Справа. Замечаний. Слева тоже нет. Ну, сегодня без посадки. Всем спасибо. Да, так что. В смысле? Ну, не пошла за вами. Да ничего страшного. Уже в гастроли мы сколько раз садились. Он лучше Мрию покажем сейчас. Вон там, вдалеке. О, красота. Все, выключаем ОВСК, магнитофон. И убираем рабочие места. Выходим. Рейс завершен. Благополучно долетели до базы. Поработали довольно неплохо. 20 дней были в командировке. Налетали практически месячную летную норму. Так что отдыхать. Что еще? Груз весь благополучно довезли. Заказчики все довольны. Самолет целый, невредим. Это самое главное. И в свете того, что показали, например, уже некоторые традиции, которые существуют в наших летных экипажей, сейчас мы еще хотим показать одну традицию, которую, правда, придумали прямо на ходу. А традиция Дерностова – это запуск воздушных шариков, оставшихся после дня рождения, в воздух! Да, хреново полетели. Неудачно.